Сергей Кропотов уверен, над имиджем городов должны работать менеджеры, новое поколение предпринимателей в сфере культуры, дизайнеры урбанистической среды. А для дальнейшего формирования городской среды Сочи, подчеркивает профессор, нужно использовать культурно-туристические ресурсы. Главная же цель лекции креативной индустрии в меняющемся городе – научиться воспринимать город как культурное образование. А еще, считает Сергей Леонидович, индустрию культуры необходимо развивать на базе олимпийского наследия Сочи. Туда относится и реклама, туда относятся и всевозможные художественные акции, издательская деятельность, и дизайн, и искусство, и классическое, актуально поданное, и современное искусство. Кроме того, совершенно понятно, что в каждом городе интенсивное развитие идет тогда, когда есть стратегическая линия развития. И не обязательно генплан. Генплан – это маленькая-маленькая часть. И город должен быть доброжелательным и привлекательным для всех жителей. Сочи в этом смысле совершенно замечательный образец, как говорят социологи, московские в частности социологи, где огромное количество групп этнических живут достаточно мирно. С этой точки зрения можно, например, было бы реализовывать проекты под названием «Город тысячи культур». В Сочи новые ресурсы для формирования городской среды уже готовы использовать в сочинском концертно-филармоническом объединении. Там запускают новый культурно-просветительский проект «Золотая лекция» в филармоническом формате. Это новация, в том числе задуманная в поддержку хартии «Я люблю Сочи». Мы почувствовали на каком-то этапе своего движения в меняющемся городе необходимости привлечения в город не только известных музыкантов, деятелей искусств, исполнительских, но и, я не побоюсь этого слова, современников-мыслителей, которые помогли бы, прежде всего, нам, деятелям культуры и искусства, да, оценить себя в меняющемся городе. Послушать музыку, а затем побеседовать на разные интеллектуальные темы или поучаствовать в академической лекции после концерта – это тоже новация, считает Владимир Мишарин. Чтобы реализовывать подобные идеи, необходимо знать арт-менеджмент. Об этом профессиональном образовании всем желающим также расскажет известный культуролог Сергей Кропотов. Лекция намечена на четверг в Зимнем театре. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.